Приветствую вас в третьей игре из цикла после колоссального перерыва. Я не играл в Доту, напоминаю, примерно год, но это на самом деле гораздо больший срок, потому что формально я играл несколько матчей примерно год назад в Доту. Несколько матчей. А серьезно, я в нее играл очень-очень много лет назад. Так что, по факту, я не играл в нее, ну, блин, фиг его знает, года, наверное, серьезно я не играл, наверное, короче, блин, неважно, много я не играл лет. Я не знаю, у меня такое настроение, хочется поиграть в какую-то сессионку, то есть, именно вот что-то там, у тебя есть какой-то период времени, типа там вот как PUBG или еще что-то, и вот от и до ты играешь, и все, и тебя не грузят этими бесконечными циклами бессмысленного гринда. Устал я что-то от игр, где гринд. Ну, просто... Не знаю, достал он меня, доконал. Хотя здесь в доте свои минусы, и она тоже по-своему докапывает. Но сейчас у меня, по крайней мере, есть для нее настроение. Может, что-то интересное еще выйдет. Просто, блин, гринд это вот... Не знаю. В некоторых играх гринд как-то органично встраивают в игру, и ты его практически не замечаешь. Но если так вот посудить, в принципе, на максимальном уровне сложности гринд есть даже в киберпанке. Он там есть. Но что скажете, что нету? Фарми эти кредиты на протезы, да, себе, на импланты. Фарми там опыт прокачивай. На максимальном уровне сложности, я говорю, да. В принципе, конечно, можно и без него, может быть, там кто-то скажет пройти, но интереснее же там всякое разблокировать. Но ты его не замечаешь практически, этот гринд. То есть там настолько разнообразие, настолько все. А вот в других играх, вот даже вот Breath Edge, классная игра, суперский старт, сюжетка от русских разработчиков. Но, блин, меня там что утомило? Меня утомило, гринд утомил, потому что сначала ты такой начинаешь, там очень много ржаки, очень много всякого прикольного, классного, идет время, вроде такое насыщенное событиями, динамичное начало, а потом бац, и значит, гринда больше, вроде там юмор проскальзывает тоже, ну сюжет имею в виду, да, сюжет потому что ржачный, а потом все останавливается практически там, кроме каких-то редких реплик, и тебе надо хрен знает искать где что, причем я даже гуглил карту уже онлайн, нашел онлайн карту, по ней ни хрена непонятно, то есть где ты сейчас находишься, вроде там нашел, но очень неудобно ей пользоваться, в общем, блин, очень крутое начало, очень крутая задумка, крутой сюжет, но, на мой взгляд, мне не понравился этот гринд, я не знаю, может быть у меня сейчас просто перегорело к таким играм после Баннерлорда с его этими багами или еще что-то. Короче, просто я устал от этого гринда, как, не знаю, в Horizon Zero Dawn у меня нереально он добесил, я до сих пор не могу пройти игру, я думаю, если я в нее вернусь, может быть, я буду ее не на самой максимальной сложности проходить, как я делал, а на легкой, вообще на самой просто чисто сюжетку пройти, все, вот только если так, но я не хочу пока играть на отвали, то есть я вообще, ну не, я не играю в принципе на отвали, то есть я жду вдохновения для этой игры, может быть у меня будет именно на очень легком уровне сложности вдохновения, может не будет, хрен его знает, как будет что-то я сниму, вот, хотя там уже практически ее, можно сказать, прошел на максимальном уровне сложности, но просто меня докапывает грин, докапывает, что, блин, вот я убил этих насекомых, там, этих мобов, все, я их убил. Я их убил не по чистой случайности, да, там, как-то мне повезло, там, выпал крит. А я их реально убил, потому что я понял, там, то есть все, я это могу. Ну нахера вы их возрождаете до бесконечности? Ну нахера это надо? Это просто тупо. Одно дело, когда это как-то органично встроено в игру. Например, ты развиваешь какую-нибудь там, не знаю, блин, банальный пример, базу, да, там строишь, застраиваешь, и на тебя орды зомби идут, там какая-то обилионс или еще что-то, там это интересно, оно там вписано в игру. А когда вот... Ваша очередь запрещать героя. Когда просто у тебя какая-то непонятная херота... Осталось то 5 есть, секунд. Вообще это ни к чему не нужен, этот гринд, блин. В доте, но он тоже есть, да, гринд, фармишь крипов, но он интересный, я четко вижу...
То есть, как я... То есть, мне каждый раз тут... ты играешь с живыми соперниками, по крайней мере. Кто-то мне мешает так фармить крипов, кто-то не мешает. Разные герои, разные там рейндж, дистанция атаки, скорость атаки, разные прокаты. То есть, нужно как-то что-то... То есть, тут реально в этом есть какой-то вызов в гринде. А в Horizon Zero Dawn вызова никакого нету. Нету никакого вызова в Breath Edge в гринде. Нет никакого вызова в гринде в... как он назывался, эта игра, блин, не помню, этот Graveyard Keeper, никакого вызова в гринде, там он поначалу прикольный, все вот это затягивает, а потом просто, ну, бесишь. Осталось гринд должен секунд. Быть с умом, он должен как-то интересно вписываться в игру. Вот, кстати, секунд. Вот интересный будет вызов против Пуджа за снайпера, то есть Пудж это классический, кто меня контр, точнее, не меня, а снайпера. Я не знаю, еще буду я снайпера брать. Или в принципе, у нас спектра, ваша в принципе, у нас этот, как его. И... Блин, с другой стороны снайпера, я буду отлетать от них, у них тоже жир. А что Дута Плюс-то мне никого не советует? Осталось 10 секунд. А, нет, совет. Блин, ну сало тут можно, в принципе, осталось опять. 5 секунд. Я думаю, что сало нужно. Я за него уже играл, но... Спасибо за... за танго. Меня Мипа съест на меду? Ну, посмотрим. Может быть, может быть. Хотите поменяться? Лайнами кто-то? Тишина чиста. Ну, это бустер. Можем посмотреть, как будет. Если что-то критическое, если кто-то хочет, я уступлю без проблем. Приготовьтесь к битве. Главная победа. Могу точно сказать, что дело в шляпе. Блин, а у нас станов... А, вот это вот что за фигня на сложной линии? У нее есть стан? Есть. Окей, я просто не... Вперед! Ну могут и они просто инициировать, делаю, а мы будем ход. На кого-то байтить, вон на Бриста там, или на эту, на Спектру. Или, а, в принципе, Спектра может. Мне нельзя заходить, без поменения. Сталика, ага. Окей. Да. Я не знаю, если что, твои скиллы, но ладно, увидим. Иду своим путем. Ты вообще играть умеешь, блин? Нет. Ура! 30 секунд до начала сражения. Иду. Безмолвно. Это как видео, да, там? Че убегал? Да, че убегал? Ну, типа. Иду. Начинается. Поле боя окутано безмолвием. Безмолвно. Тише некуда. Я думал, хукать. А у них куча пидоров. Он же хукнул своего. Хуя. Куча пидоров, пизда. Дай ему пизда. Слышать не желаю. Иду своим путем. Тише некуда. Безмолвно. Бесшумно. На шаг впереди. Что там мне, блядь, это такое отбирают? Через медаль всегда, Саня? Нет. Да.
Иду. Безмолвно. Порублю на куски. Да. Пожила. Последний из. Все нормально, играйте. На шаг впереди. Аккуратно. Молчи. Иду своим путем. Тише некуда. Не желаю и слушать. Без промедления. Вперед. А как заебала эта хуйня. Атака. Безмолвно. Я стоп не вижу. Безмолвно. Делаю ход. Плата за твое молчание. Да. Питер меня видит, слышишь? А есть, да? Иду. Ура! Бесшумно. Иду. Да. Мипа ушел. Одного мипа нету, смотрите сами. Да, да, я на базу бегаю. Давай, аккуратно стой. Иду. Лови. Молчать. Одного мипаря нету постоянно. Да. Он в лесу или? Ну, в лесу парень. В лесу. Да. Бесшумно. Ура! Сейчас я приду, подожди. Иду своим путем. Хорош. Хорош. Че делаем? Тише некуда. Без промедления. Сорвет порядок. Молчание золота. Ушел мипа, все мипы ушли. На шаг впереди. Безмолвно. Вперед. Нету мипа, осторожно. Безмолвно. Есть. Один есть. Сало есть, кричите, если надо. Иду. Иду. Ура! Вперед! Делаю ход. Мипа отрегинился. Тише некуда. Золото за сталь. Меня. Последнее слово. Мипа нету. Безмолвно.
Без промедления. Не парь, ушел. Да. Безмолвно. Иду своим путем. Да. На шаг впереди. Вот и деньги. Ушел не по. Безмолвно. Иду своим путем. Тише некуда. Глефа кружится. Не паря, нету. Ура! Тихо. Дайте ульт. Летают клинки. Я? Закрой шатку. Молчи. Или кто? Иду. Меня походу. Иду. Нет. Безмолвно. Мипа ушел, у него урон убийства. Атака! Без промедления. Иду на топ. Иду на топ. Делаю ход. Нет? Да. А, он жестовый. Последнее слово. Сука. Зевс, ультуй. Уходите на это. Тише некуда. Мипаря нет. Иду. My favorite customer. Че там, Саня, когда медас? Да. Мипарь на меду. Ура! Ходи, ходи, ходи. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы света укрепили свои сооружения. Бешумно. Не паряй, блин. Вперед. Вашу центральную башню атакуют. Ну это пиздец, значит. Без промедления. Вашу центральную башню атакуют. Это для меня! Сейчас ускорение возьму. На шаг впереди. Привет, Медас. Вашу центральную башню атакуют. Куда прибежать? Ваша центральная башня. Ускорение. Да, мид уже там. Ну, у меня ускорение. Куда? Ладно, на топ прибежать. Делаю. Иду вниз. Я не готов. Я иду своим путем. Не, поздно. Это спектра, нет? Да. Молчи же, смерть. Да. Пускай глефы лежат со мной. Отрепашили тебя! Почему он 11-го?
Надо убить где-нибудь, сейчас на топ приду. Вперед! Пойдем, пойдем. Иду своим путем. Это кто здесь? Он же свежее мясо. Я не умирал, он меня ни разу не убивал. Я как мог мешал ему фармить. На шаг впереди. Силы света укрепили свои сооружения. Может, без башню, башню атакуют. Безмолвно. Три человека. Молчание золота. Ваша нижняя башня разрушена. Шумно. Без промедления. Не-не-не, уходим. Иду. Или чё? Или деремся? Иду. Ну блин, нам бы против непаря бы еще чуваку. Спектра прилетишь? Безмолвно. Ну вы чё? Закончилась, прикинь. О, молодцы. Она была того, как бы он бы не ушел. Некуда. Да. Атакую. Невелика цена. На шаг впереди. Курьер сил тьмы был убит. Иду. Бесшумно. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Ура! Вашу верхнюю башню атакуют. Без промедления. Вашу верхнюю башню атакуют. Да. Безмолвно. Вашу верхнюю башню атакуют. Вперед. Ваша верхняя башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Вся в кишках. Иду своим путем. Вашу верхнюю башню атакуют. Иду. Бесшумно. Иду своим путем. Без промедления. Тише некуда. Безмолвно. Не по одному иду. Ловят. Зачем ты будешь заходить? Вашу верхнюю башню атакуют. На шаг впереди. Не заходите по одному.
Иду. Вашу верхнюю башню атакуют. Вперед! Вашу верхнюю башню атакуют. И теперь ты замолчишь. Да. Молодцы. Не умирайте по одному. Плата за твое молчание. Тише некуда. Делаю ход. Дай братан арканку. Спасибо. Да. Порублю на куски. На шаг впереди. Вперед! Варды везде, где мы фармим. Поставьте. Кто эту херню? Если не кто, то я заберу. Окей. Забирай. Иду своим путем. Забирай. Рискованно оставлять. Двойной урон! Безмолвно. У вас мипарь зажимает наверху. Идет. Аккуратно, аккуратно, там все. Уйдите. Уйдите, уйдите, уйдите. Сань, ну шо ж ты его? Да. Ну. Иду. Вашу центральную башню атакуют. Все, все, херсы. Без промедления. Безмолвно. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Безмолвно. Ваша верхняя башня разрушена. Да. Чем уже 16-го левела? Я не знаю, как убивать. Там есть все. Там есть. Тише некуда. Вашу верхнюю башню атакуют. Золото за сталь. На шаг впереди. Вашу центральную башню атакуют. Не выходить вот сюда, не выходить. Иду. Не стойте там, где пушку кают. Безмолвно. Делаю ход. Без промедления. Иду. Вот и деньги. Вашу центральную башню атакуют. Я могу пролететь. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Иду своим путем. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют.
О, молодец. Вашу центральную башню атакуют. Слышать не желаю. Ярос! Жаль, конечно, вот так уходить. Иду. Пора нету, можно поймать если. Да. Атакуйте, пока нету, мы паря еще 20 секунд. Молодцы, еще вот здесь кто-то ходил, вард поставил, видимо. Я думаю, они еще рошу могут взять скоро с помощью мипа. Не позже меня хукал только. Так, мипа возродился. Этот уходи, Бриз. Летают клинки. Ты еще куда-то ловишься, пиздец. Ебать, боты. Молчи. На шаг впереди. Не сейчас. Сейчас тебе дам форстав, беги. На меня смотри. Иду своим путем. Ничего страшного, у нас еще все лайны целы. По одному много умираете, кто-то умирает, вы подбегаете и по очереди. Либо ура. Все вместе, либо если кого-то выловили и убивают, туда хер с ним. Без промедления. Выкупа нет. Да. Я не знаю, может быть, на выкуп лучше. На шаг впереди. Мипарь с Аегасом будет убивать. Делаю ход. Давай сбрись. Безмолвно. Молчание золота. Вашу центральную нам пушку. Безмолвно. Да. Бесшумно. Вперед. По одному опять же. Все, они сразу ловят по одному. Иду своим путем. Давай на ХГ. Под ХГ деремся, пусть сюда заходят. Да. Бай их, байте их под вот эти две вышки. Иду. Тут проблема не в ней, блядь, тут проблема в генералах. Ура! Челик просто 17 один, блядь. 17 и что? 17 один. Невелика цена. Силы света укрепили свои сады. Вашу центральную башню. У него Аегас у них. Центральная башня разрушена.
Ой, молодец. Мипа выкупился. Аккуратно. Он тебя не убьет? Ты один. Бля. Поэтому говорил. Назад, назад. Отдаем тогда сторону. Нам нужна спектра. На шаг впереди. Надеюсь, они протупят и в трон не будут. Твое молчание. Иду своим путем. И у тебя прожалось под конец. Ты его не прожал. Как он не может, может отражаться? Да. Мне скликнуло. Да. Вперед! Без промедления. Тянем. Тянем время, 50 секунд до спектры. Не стойте под фокусом. Делаю ход. Меня этот включает вармен или как там выхукает. Бесшумно. У меня сала все равно нету. Иди. Без промедления. Убьют тебя, мы ничего не сможем сделать. Не надо, не надо, но зачем? Он специально лезет, чтобы ему пизды дали. Уходим, уходим. Некуда. Все, уходим, отдаем сторону, иду. Надо этих ждать. Тупо, блядь, из-за этого шака, блядь, или надо. Просто, блядь, 6-14, пиздец. Ура! Потянем время, если получится. Вперед! Ваши центральные казармы разрушены. Ваши центральные казармы атакуют. Вина на моем плече. Отходите, отрегеньтесь, наверное. У них все есть, у них все, все есть. Отойдите, отрегеньтесь. Никого. Подожди, спект... Спектра, снизу драка. О, молодцы. Иду своим путем. Вашу нижнюю башню атакуют. О, мипа до хрена не будет. Роши там нету? Вашу нижнюю башню атакуют. Кто? Я возьму? Невидимость. Я в инвизе. Ура! Молчать! Да. Нету глобала. Безмолвно. Свежее мясо. Вот и день. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вперед. Ёп. Пушим, пока мипа нету или нет?
бесшумно. Будем драться, у меня глобали. Мипа пока нету, надо. Все, меня убили. Мы все ушли, я сколько вам предлагал. Оставляйте нам, подождите меня. Сейчас мип уже у них появится. Не ходите одни, ходите с кем-то. Вашу верхнюю башню атакуют. Спектра. Не-не-не, не иди одна лучше. Выкупы есть? Ваши верхние казармы атакуют. Да. Да я встань, бля. Ваши верхние казармы разрушены. У меня есть выкуп. Ваши центральные казармы разрушены. Силы света укрепили свои сооружения. Ваша центральная башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Вперед! Победили силы тьмы. Сказал, что они очень как-то нормально играли. Ну, я на миде, может быть, конечно, я мид не выиграл, но и не проиграл. Хотя мипарь, ну, выформил, ну, блин, да. Но я ему как мог мешал. И гангать ходил, и все, не знаю. То есть они... Очень много смертей у них было. У меня тоже, ну, у меня вот были какие-то ошибочные, но мало. У них... У команды очень много смертей было, вот у саппортов. Ой, Брист 15 раз умер, хотя он вообще тяж. Этот 13, этот 11, но больше меня сливались. Конечно, это бред.